Всем привет! С вами... Всем привет! С вами Сироп, и мы играем в Proton Bus Simulator. Сегодня будет новый автобус ЛАЗ А-141. Это такой вот новый автобус, который вышел сегодня. Вот он. Этот автобус. Ну, давайте его протестируем. Поехали. Пока у нас загружается карта, сейчас посмотрим, что это такое. Да, прикольный автобус. Вот такой новый автобус появился в этой игре. В принципе, выглядит неплохо. Работает свет. Поворотники работают. Так, что еще тут посмотреть нам можно? Надо отрегулировать тут камеру. Отрегулировали вроде камеру. Также у нас работают люки. Ну, вот такой вот автобус. Форточки не работают. Козырек тоже. Что у него тут еще? Свет в салоне работает. Дворники тоже работают.
Так, давайте посмотрим дальше. Что это у нас первое? Сейчас посмотрим. Не, форчики все-таки открываются. Так, тут много функций. Я просто показываю. Восьмое, что это у нас? Четвертое, это у нас насад, ну, вот эти вот чехлы на сиденье. Пятое, шторы. А что же шестое? А, вот эта бумажка. Что же седьмое? Седьмое, это сзади водители закрыли вот этой штукой, занавеской. Девятое, это значок глаза. И десятое, это сзади две ручки. Ну, ручки для открытия, по-моему, не знаю, чего там, но вот это, да. Поехали. Поехали. Звуки от пазика Vector Next. Его сильно колбасит. Дай вам насладиться этой игрой. Thank you.
Вроде нормально едем. Нормально едем. Нормально едем. Поэтому по очереди, чтобы не болели. Нормально, едем, в принципе. Tá carregando sua mãe não? Нормально, едем. Thank you.
сам дирижи, а? Нормально, едем. Нормально, едем. Ты включаем поворотник направо. Нормально. Нормально. Всем пока. С вами был Сироп. И мы играли на ЛАЗ А-140-141. На новом ЛАЗе А-141 в протон-бас-симулятор РОАД. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления
о новом видео на моем канале. Всем пока, с вами был Сироп.